И доехать до Нижнего Новгорода, чтобы отыграть там концерт. Меня сегодня поздравило очень много людей. На самом деле у меня практически пальцы в мозолях, и тут не видно. В районе человек 500, я точно не считал, как бы, но очень много. Всем спасибо большое от души. Почти в Нижнем Новгороде, где-то, наверное, часочек нам остался ехать. Почти не спали, чувствуем себя уставшими. Через пару часов эфир на Лав-радио. Сегодня у меня в гостях такая долгожданная, такая лично мной любимая группа «Волны». Ребята, привет! 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 Я с детства отдыхал за Волгой. Машиной? Не, у деда была Волга. Я за ней отдыхал, постоянно лежал. Когда жара, вот, она давала тень, я лежал. А рядом была река. Ее тоже звали Волга. По счастливому совпадению она тоже называлась Волга. И на Волге часто были волны, и я на них смотрел заворожённо. И когда пришло время подбирать название группе, и мне просто в голове сразу стало волны, и как это название можно обыграть так, чтобы оно было достаточно уникальным. Ну, вот так вот родились эти четыре буквы. Заселяемся уже в отель. Очень. Не надо бежать, просто пойдем со мной. А ты такой холодный, такая сверху океане. Рублей. На 105. Мы приехали в Мило на день рождения портала «Геометрия» Нижний Новгород. И Оззи Осборна тоже день рождения. Было вчера. Группа «Блэк Саббат». Но мама, что мне делать? Я хочу на рейв. Сегодня ночью я пойду на рейв. Поду хлопеется, поду рывится. Поду хлопеется, поду подрится. Поду хлопеется, поду рывится. Поду рывится. Пока находишься даже в своем городе, можно попробовать посмотреть не в привычном диапазоне, а чуть выше, смотреть на крыши домов, и кажется, как будто в другом городе, по-другому картинка представляется. Кстати, ваша музыка идеальна для того, чтобы не влюбляться. Ну и ехать куда-то вдвоем, конечно же. Это очень круто. Катались под ваши песни весь май. Взрывали рассветы, все такое. Нет, было очень здорово, на самом деле. Но очень бы хотела сказать спасибо вам за вашу музыку. И она для меня очень много значит. Она правда много значит. Потому что она как будто... В ней секрет какой-то есть. Секрет внутри. Все там написано для меня.
публику. Я могу сказать за себя и за ребят, потому что все выложились на все 100 и получили все 200% обратно. Это такой теплый прием, и не может оставить вообще равнодушным. А ради таких поклонников, ради таких слушателей стоит дальше давать концерты, выступать и писать песни.